При этом компания постепенно поворачивается от своих существующих услуг криптокредитования и больше внимания уделяет недавно выпущенному продукту. Для новой платформы компания из Сан-Франциско вступила в партнерские отношения с Compound и будет использовать его протокол в качестве инфраструктуры, согласно сообщению Finance Magnates. В настоящее время новая платформа находится в стадии закрытого бета-тестирования. План компании, поддерживаемый Coinbase, отказаться от своего более старого бизнес-плана оправдан, поскольку в последнее время значительно сократилось количество выдаваемых кредитов. В июне объем кредитов с 6,9 миллиона долларов сократился до 1 миллиона долларов. Хотя в июле компания зафиксировала рост, 7 августа она приостановила новые депозиты и кредиты на своей платформе. Хотя новая платформа будет предлагать кредитование только на начальном этапе, она также будет предоставлять услуги кредитования и заимствования под фиксированные проценты на основе пула ликвидности Compound. С мгновенным соответствием кредиторы платформы сразу начисляют проценты по депозитам. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.